Всероссийское общество инвалидов объединяет 1,5 миллиона человек. В Одинцовском районном отделении сегодня насчитывается около 450 членов. Конечно, всех зал библиотеки номер 1 вместить не смог. Отмечая 30-летие, мы уверенно смотрим в будущее. У нас есть много планов, и мы будем их реализовывать вот с этим коллективом. Сейчас на высоком уровне государственная программа «Доступная среда» и наши организации, Именно наша организация занимается этим вопросом, потому что создание доступной среды и адаптация объектов социальной инфраструктуры для инвалидов – это очень важный вопрос. На торжество в библиотеке собрались наиболее активные единомышленники. Поздравить их пришли представители местной власти, социальных и общественных организаций муниципалитета. Со всеми общество поддерживает хорошие рабочие отношения. Это та организация, где действительно люди с ограниченными возможностями, инвалиды всех возрастов. Вот, чувствуют, что они находятся в коллективе, что они окружены заботой, что есть помощь, которая им оказывается своевременно. Они не одиноки, не забыты. Это для человека самое главное, потому что это сближает людей. Что хотелось бы пожелать нашему обществу инвалидам? Оставаться такими же оптимистами, какими они есть и сейчас. Они принимают участие во всех мероприятиях, проводимых в Московской области. Они сами являются организаторами мероприятий. Мало того, они являются и победителями этих соревнований. И хотелось бы пожелать им оптимизма, бодрости, удачи. Пусть удача им тоже сопутствует всегда и везде. Поздравления от главы муниципалитета Андрея Иванова участникам встречи передала руководитель районной администрации Татьяна Одинцова. Она также вручила обществу подарок от первого заместителя председателя областной думы Ларисы Лазутиной – панно с символикой регионального парламента. Всем низкий поклон за то, что вы сегодня все пришли. Все не безразличные люди. И мы будем благодаря вам двигаться вперед. Всероссийское общество инвалидов достаточно молодо. Ему всего 30 лет. К примеру, аналогичная организация слепых возникла в нашей стране в 1925-м, глухих – в 1926 году. Они втрое старше. Однако именно Всероссийское общество инвалидов защищает общие права и интересы всех граждан с ограниченными возможностями здоровья, независимо от вида их недуга. Да вы хотя бы в библиотеку не...